Всем привет, девочки! Сегодня я к вам с печеньем Мэри Лу. Назвала я его в честь подписчицы, которая поделилась со мной этим замечательнейшим, а самое главное для меня, простым печеньем. Ингредиенты те, которые даже покупать не нужно, они всегда есть в любом доме. Давайте приступим и приготовим эту вкуснятину. Два яйца и 100 грамм сахара я взбиваю на большой скорости до белой пены. К взбитым яйцам добавляем 100 грамм размягченного сливочного масла. Двести грамм творога любой жирности, у меня 2%. Триста двадцать грамм просеянной заранее муки. Тесто становится тугим, я меняю крюк для перемешивания теста и продолжаю добавлять муку и замешивать тесто. Добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя, 1 столовую ложку крахмала и не забываем про ванилин. Продолжаем вымешивать тесто на поверхности стола до тех пор, пока оно не превратится в плотный ком. Делим тесто на 2 равные части и одну из них начинаем раскатывать в сантиметр толщиной. Нарезаем в произвольной форме, я захотела сделать прямоугольничками, можно ромбами, можно кружочками. Выпекаю я на противне, на который ложу силиконовый коврик. Печенье смазываем взбитым желтком и посыпаем кунжутом. Вторую партию печенья я посыпала маком. Можно также просто посыпать сахаром. Выпекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут. Ну вот, наше печенье готово. Оно очень простое, быстрое, легкое. Главное, очень вкусное. Оно у меня разошлось за 2 дня. Очень нравится давать его в школу, брать с собой на работу. Печенье заслуживает вашего внимания. Большое спасибо подписчице за замечательный рецепт в мою коллекцию. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Не забывайте смотреть другие видео с рецептами, их на канале достаточно. Всем спасибо и приятного аппетита!